Здравствуйте! Действующий президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев и член правления Виктор Майгуров стали единственными кандидатами на пост главы организации. Выборы пройдут уже 11 июля на внеочередной отчетно-выборной конференции. Союз биатлонистов России завершил прием заявок от кандидатов. Как пишут средства массовой информации, никто, кроме Драчева и Майгурова, не выдвинул свою кандидатуру. О выдвижении задумывался глава Петербургской федерации Дмитрий Васильев, однако впоследствии отказался от этой идеи. Напомним, Драчев возглавляет Союз биатлонистов России с 2018 года. Тогда на выборах он обошел именно Майгурова. За Драчева проголосовали 40 делегатов, за Майгурова 16. Внеочередная отчетно-выборная конференция была инициирована членами правления Союза биатлонистов России, недовольными работой Драчева. Интересно, кто окажется победителем на этот раз? Может быть, все-таки Виктор Майгуров наберет больше голосов? Ну или Драчев снова станет во второй раз президентом Союза биатлонистов России? Будем ждать начала июля, ну точнее практически его середину. Нам бы хотелось узнать, что вы думаете по данному поводу. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!